Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Подписан договор о генподряде на строительство линии Элегест Кызыл-Курагина. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин принял участие в совещании по подписанию договора о генподряде на строительство железной линии Элегест Кызыл-Курагина. Инфраструктурный проект свяжет Туву с Красноярским краем и решит проблему доступа к элегестинскому угольному месторождению. Линия Кызыл-Курагина станет первой железной дорогой в регионе. Этот проект – мощный драйвер развития для республики. В целом его реализация положительно скажется на экономической ситуации в Восточной Сибири. Линия усилит связи между регионами, поможет реализовать потенциал сырьевого комплекса и существенно повысит уровень мобильности населения, заявил Максим Орешкин по итогам совещания. Общая протяженность железнодорожного полотна составит 410 километров. Пропускная способность линии запланирована на уровне 19 пар поездов в сутки, что позволит обеспечить вывоз концентрата коксующегося угля с элегестинского месторождения в размере 15 миллионов тонн в год. Строительство линии будет идти параллельно с возведением угольного терминала в районе мыса Бурный и созданием обогатительной фабрики на элегестинском месторождении. Сроки ввода в эксплуатацию всех объектов синхронизированы. Завершение строительства линии Элегест-Кызыл-Курагина запланировано на 2023 год. На прошлой неделе председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Максима Орешкина куратором социально-экономического развития Тувы. Своей первоочередной задачей глава Минэкономразвития назвал урегулирование ситуации вокруг строительства железной дороги от Элегеста. Департаментом городского хозяйства мэрии Кызыла принято решение о возобновлении маршрута номер 5А. С 8 апреля его обслуживают 5 автобусов с интервалом движения в 10 минут. Путь следования маршрута начинается от микрорайона Спутник МЖК до района Кожзавод по улице Ленина. Оттуда по улице Московской, затем по улице Лапсанчапа на Кичилола. Далее возвращается в район Кожзавод и обратно до микрорайона Спутник МЖК по улице Кочетова. Кроме того, департаментом принято решение о частичном изменении маршрута номер 11. В настоящее время пассажирские автобусы, следующие по этому маршруту, будут осуществлять движение по улице Набережной в прямом и обратном направлении, начиная с переулка Набережной. В Кызыле объявлен месячник пожарной безопасности, в связи с чем введен ряд таких ограничений, как запрет на сжигание травы и мусора во дворах, улиц, приусадебных участков во избежание возникновения пожара. Территории улиц, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, подвальные и чердачные помещения должны быть очищены от горючих отходов, мусора путем вывоза их в специально отведенные места. Запрещено разжигать костры в зонах отдыха, при прогулках в лесу, туристических походах. Председателям дачных обществ в случае пожара, прошедших в садоводческом обществе, необходимо провести общее собрание членов СНТ и принимать профилактические меры по недопущению повторных возгораний. В каждом жилом доме необходимо иметь средства и инвентарь для тушения огня. Несоблюдение и нарушение требований нормативных правовых актов в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка влечет предупреждение или штраф на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Для детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории левобережных дачных обществ, мэрия Кызыла организовала еженедельное бесплатное посещение бассейна в спорткомплексе имени Ярыгина. Посещать бассейн можно по пятницам. Для этого необходимо обратиться к председателю своего товарищества, который формирует список и направляет его в мэрию. При посещении бассейна необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении и медицинскую справку о допуске в бассейн. В субботу с 13 до 15 часов жители левобережных дачных обществ могут поиграть в спортивную зале спорткомплекса в волейбол или баскетбол. Также жители левобережных дачных обществ могут бесплатно посещать спортивные залы Тувинского кадетского корпуса, школы номер 3, «Юность», «Хирел» и «Автомобилист». У граждан осталось 20 дней, чтобы сообщить налоговой службе о доходах, полученных в 2018 году. Последний срок сдачи декларации – 30 апреля. В числе тех, кто должен отчитываться о своих доходах – индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продали недвижимость или автомобили, находившиеся в собственности меньше минимального срока владения. Получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы. Выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду. Если налогоплательщик не представит декларацию или не заплатит налог вовремя, к нему применят санкции. За первое штраф составляет 5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц. За неуплату НДФЛ придется заплатить 20% от суммы налога.
И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 64 рубля 77 копеек, евро 72 рубля 97 копеек. Чтоб на кухне все сияло, чтобы чисто было, закупи все для посуды, гели, губки, мыло. Магазин «Химтоп», Айона Курседи, 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. В минувшие сутки в дежурную часть полиции поступила информация от инспектора охотнадзора Кызыльского района о том, что во время рейдовых мероприятий вблизи от села Карахак он заметил троих мужчин с тушами самцов сибирской косули. Указанные охотники были доставлены в полицию, а машина, на котором передвигались охотники, и мешки с тушами диких животных и оружие были изъяты. В ходе разбирательства владелец оружия, 65-летний житель села Карахак, сознался в содеянном. Согласно справке Министерства природных ресурсов и экологии региона, ущерб составил 360 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по незаконной охоте. И если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. В Институте развития Национальной школы Республики утверждена примерная образовательная программа по развитию родной речи в детских садах «Моя родная Тува», сообщила на своей странице в социальных сетях директор учреждения Сайзана Таву. 5 апреля на внеочередном заседании учебно-методического совета института утвердили примерную образовательную программу, автором которой является научный сотрудник института, методист лабораторной тувинской филологии Лидия Оржик. Программа разработана в рамках реализации проекта «Тувинский язык детям». Программа решает задачи развития родной речи в 5 образовательных областях. Она включает в себя 3 основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Система работы по развитию тувинской речи построена на главном принципе, а это интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей с региональной и этнокультурной компонентной. Медики Тувы в составе делегации республики для участия в 20-й международной туристической выставке ITM Монголия-2019 побывали в соседней Монголии. Туристический потенциал Тувы был представлен на едином стенде в стиле брендбука «Тыва – земля живых традиций». Представители здравоохранения Тувы наряду с печатной информацией продемонстрировали на выставке видеоролик о высокотехнологичных медицинских услугах в организациях республики на монгольском языке. В рамках развития регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» могут быть заключены соглашения по предоставлению некоторых медицинских услуг, в том числе по стоматологии, губернаторскому проекту «Маршрут здоровья», высокотехнологичным видам услуг. Медицинские услуги от тувинских врачей на международной выставке в Монголии представлены впервые. Интерес руководства Республиканского медицинского колледжа и кадровой службы Минздрава Тувы вызвала презентация частного университета, основанного в 2001 году. Здесь функционирует кафедра медицины, лечебное дело, традиционная медицина, биомедицина, стоматология. Обучают также медицинских сестер, медицинских инженеров. Обучение построено на принципах практики и технически оснащенных кабинетах по направлениям морфология, гастрология, физиология, хирургия, педиатрия и так далее. Монголия испытывает дефицит средних медицинских кадров, выпускники учебных заведений стремятся устроиться на работу в частной клинике. С учетом потребностей монгольской стороны доступна договоренность об обучении монгольских студентов на базе Республиканского медицинского колледжа. В рамках договоренности в ходе работы выставки к концу апреля планируется визит монгольской делегации в Туву. Седьмого мая состоится всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Акция пройдет не только в России, но и жители более 20 зарубежных стран смогут принять в нем участие. По словам одного из координаторов акции, в этом списке Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия и Южная Осетия. В этих странах живет много наших соотечественников,
соотечественников и в целом большое количество людей, интересующихся русской историей. И Россотрудничество открывает там представительства «Дома дружбы», которые являются центром притяжения русского мира, объяснил парламентарий. Задания для диктанта готовят ученые-историки. Они будут посвящены датам, событиям военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам, монументам и многому другому. Итоговые вопросы пройдут экспертизу в Рособорнадзоре. Написать «Диктант Победы» можно будет и в режиме онлайн. Вся информация есть на сайте diktantpobedy.rf. Время пополнить запас домашнего бытового арсенала, а почему бы и нет? Мужу крем для бритья и шампунь, жене косметический набор, детям пену для ванны, бабушке крем для рук. Отправляемся искать нужное. Хотя подождите, зачем искать? Все это есть в специализированном магазине «Химтоп» по Юнокурсиди 103/2. И чего тут только нет. «Химтоп» станет настоящей находкой для тех, кто любит уход за собой. Среди ассортимента можно найти очень много интересных средств по уходу за волосами и телом. Шампуни, уходовая косметика, большое количество разнообразных скрабов, товары для бани, гели, пены для принятия ванн и многое другое. В том числе натуральная органическая косметика «Натура Сибирика», «Натура Органика» и «Органик Шоп». Каждый продукт от мыла и дневного крема до шампуня и детских салфеток сертифицирован и безопасен для всех членов семьи. «Химтоп» – заботой о вас. Улица Юнокурсиди, 103/2. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду, порывы до 14 метров. Днем местами до 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от -3 до -5, днем от +14 до +16 градусов.